Всем привет, с вами Гамбит, мы возвращаемся в карьеру за Манчестер Юнайтед, это FIFA 22. Ребят, нам сейчас показывают Эрлинга Холланда, который взял 13 номер, но скорее всего этот номер мы у него отберем и поставим какой-нибудь другой, но не суть. В этом сезоне мы должны усилиться по полной программе и, конечно же, наша задача основная — это победа в Лиге Чемпионов. Потому что руководство на самом деле очень осторожно, не очень хорошо относится, судя по реакциям. 47, как бы, это говорит о многом. И давайте быстренько совсем по порядку. Во-первых, очень много футболистов у нас добавлено в аренду, добавлено в трансферный список. Сейчас посмотрите, сборники уехали. Ребята, мы сейчас находимся в списке трансферов. Ситуация такая, что у меня снова вылетела программа записи. Очередной раз в карьере за Манчестер Юнайтед. Я не знаю, с чем это связано. Так вот, в итоге все, что я записывал про трансферы, собственно, сами трансферы, ну и плюс предсезонный турнир, до определенного момента не записалось. Ладно, давайте совсем по порядку, быстро, вкратце расскажу, что было. Во-первых, как вы можете заметить, трансфер перед вашими глазами. Мы приобрели опорника Чоумени, француза, 22 года. Центральный полузащитник, может играть в опоре. Обменяли его на Ван де Бега. Ну и доплатили им еще 5 миллионов. В принципе, мне кажется, сделка достаточно такая реальная. Также мы купили у Дортмундской Боруссии за кругленькую сумму Биллингема. Очень рассчитываю на этого парня. Надеюсь, в будущем он заменит Поля Погба. Я думаю, многие смогут заменить Поля Погба. Также мы приобрели Шкриньяра. 68,5 миллионов за него отдали. 12 месяцев до окончания контракта у этого хорошего центрального защитника. И 68 миллионов нормально. У нас в трансферном списке был Де Лихт. Но Де Лихт стоит, конечно, побольше. А так здорово. У нас три хороших топовых защитника. Это Шкриньяр, это Варан и Линделев. Не, шучу, конечно, и это Магуайр. Так что посмотрим там, кто где будет играть. По предсезонному турниру, ребят, больше половины матча мы просимулировали, так как наши футболисты процентов 90 играли за сборную. Ну и как бы, сами понимаете, там не то что резерв, там даже некоторые ребята, которые в глубоком запасе сидят, у нас выходили. Уступили Севилье 1-2, потом выиграли. Затем ничейка, но потом я сыграл матч с Вильяреалом. А, конечно, он не записался. Но в серии пенальти мы обыграли испанский Вильяреал. Ну и в финале мы встретимся с испанской Севилья. Но тут уже давайте перемещаться к финалу предсезонного турнира. Предсезонный турнир, финал Севилья-Испания, Манчестер Юнайтед-Англия. Погнали. Как же здорово разобрался сейчас Шкриньяр. У Мэнни хорошая передача. И заброс какой. Марсиаль. И это было здорово. Это было великолепно. И только голкипер испанского клуба выручает. Элис у мяча. Подача в штрафную. О, хорошая передача. Ой, Роналду падает. И что там? А, с мячом Пелестри, а я уже выключился из игры. Пелестри. Роналду. Блокировка, Биллингем первый на мяче. Биллингем. Очень долго Далот, очень медленный наш португалец. И Мунир. Полетел по левому флагу Мунир. Ну, Далот тоже уже на месте. Биллингем отрабатывает. Ой-ой-ой-ой-ой, вот вам и Далот отработал. Вылетает просто гвоздь в наши ворота. И голешек получился. Да, Далот медленный, очень медленный. Именно даже, знаете, дело-то не в скорости, а вот дело в том, что он ловкости ему какой-то не хватает. И мы пропускаем. Элис. Марсиаль. Роналду. Передача на Марсиаля. И должны отвечать. И это, кстати, не Марсиаль забивает. Это забивает наш новичок.
Это делает Чоу Мэнни, да. Это делает Чоу Мэнни, наш новичок. Потрясающий трансфер, на самом деле. Заставляет ошибиться Тоон Дзебе. И дальний выстрел! Но тут хит на дырявые руки. Ладно. 2-1. Хороший прессинг. Прессинг дает свои плоды. И еще один потрясающий гол в исполнении футбольного клуба Севилья. Прижали Тоон Дзебе. И вот такая пушка с левой ноги. Хотя по поводу дырявых рук, возможно... Ну, росточка, может быть, не хватило. Такой голкипер, как, наверное, Донорума или... Либо Куртуа. Трехрост за 2 метра или под 2 метра достали бы, возможно. Подустал Чоу Мэнни. Видно, что и Беллингем подустал. Снова через фланг, где находится Далот. Пожестче-то надо сыграть в какой-то веке, Далот. Ну, твою же налево. Я уже вся команда подстраховывает. Вся команда его подстраховывает. Все перебегают к нему на фланг, чтобы не пропустить третий. Но нам забивает и третий. Не знаю тут, что у парней вообще с силой. Ух, и Шкриньяр там толкал, и все подряд. Неважно, Мунир это или кто-то еще. Никого мы не можем сдвинуть с ног. Мунир хорошо сейчас... Пробрасывает мяч Мунир. С ним сразу же Шкриньяр. Ребят, а что, там не было нарушения правил? На тебе еще в... Не было нарушения правил? Слушайте, ну, я не знаю тогда. А вот сейчас, по сути, первая ошибка Биллингема, не лучшая скидочка. И тут Хитон выручает. Хитон снова... Что вы делаете, а? Джордан. Да что происходит? Что происходит? Почему футболисты не переключаются? А если переключаются, то не пойми на кого. Это... Нам повезло, кстати, даже голкипер не выручил. Обалдеть. Антони Марсиаль снова делает обрез. Кстати, как он перешел центральным нападающим стал, он этих обрезов наделал целую кучу, если честно. И вот один из этих обрезов увенчался успехом для Севильи. 4-1. У нас действительно некого выпускать. Играем составом одним и тем же вообще без замен толком. Все уставшие. Все, друзья, 4-1. Уверенная победа Севильи. Ребята, у нас предложение по Антони Марсиалю. Эвертон хочет приобрести француза. За 56 миллионов. И мы с ним прощаемся. Ребята, вот... Такой стартовый состав у нас будет сейчас на матч с лондонским Арсеналом. Это суперкубок с пушкарями. Фернандеш у нас играет Сапника. Решфорд слева. Санчо справа. Биллингем. Чоу Мэнни. Два центральных полузащитника. Шкриньяр и Варан вышли на этот матч в основе. Ван Бисака справа. В защите Люк Шоу капитан и... Слева играет в защите. На скамейке запасных у нас Поль Погба, Мактоминай, Деклан Райс, Роналду, Гринвуд, Магуайр и Телис. Вот такие вот парни у нас на замене. Слушайте, ну замена хороша. Так, давайте, ребят, по развитию. Чем мы ним? Так, что тут ему можно? Плеймейкер. Плеймейкер. Дальние удары, пасы, физика. А давайте, наверное, либо бокс-ту-бокс. Нет, давайте-ка плеймейкера ему развивать. Плюс слабая нога будет улучшаться. Биллингем. Слабая нога 4 звезды, уровень атаки хороший, уровень защиты хороший.
Так, плеймейкер получается у него. Передачи. Ну, давайте тоже его плеймейкера из него сделаем пока. Ну что, ребят, снова лондонский Арсенал. Мы в прошлом сезоне с ними играли, мягко сказать, не лучшим образом. Уступили в полуфинале Кубка Англии. Уступили мы им в конце сезона. Потерпев поражение 1-0 сейчас. Вот суперкубок на Уэмбли Стадиум. Кальверт Льюин у них играет в основе. Азар, Томас Пати, Габри, Холдинг, Блирин, Товарыш, Лено, Сака. Капитан. У нас сейчас с центральными полузащитниками очень все здорово. Плюс еще Погба пока остался. Ну, пока предложений нет. Деклан Райс и Мактомин остались на скамейке запасных. Выходим, ребят. Выходим. Мартин Эдегор. Коман его встречать будет? Нет, пока не встречает. Эдегор, кстати, Эдегор потрясающий гол забил. И великолепен Варан. Беллерин по правому флангу стремляется испанец. Ух, Люк Шоу зацепил, но судья дает играть. Нет, останавливает все-таки встречу главный арбитр и Мартин Эдегор. Подача в штрафную. Рейшвард. Джейдан Санчо. Джейдан Санчо, передача на Эрлинга Холланда. Посмотрите, устремляется Эрлинг. Фернандеш. Бруно Фернандеш. Арман Бисака. Подача. Фернандеш. Ух, какой прыжок. Где-то Криштиану Роналду сейчас привстал на скамейке запасных. Джейдан Санчо. Сразу же, хорошая стенка. Джейдан Санчо ускоряется. Джейдан Санчо. Прострел на дальнюю штангу. Маркус Рэшфорд. Потрясающий хлесткий удар. Не видно было Маркуса, но самое главное, что он сейчас забивает. И прошла эта передача. Такая прям на тоненького, если честно. Хороший прострел. Очень мощный. Чуамэни. Ох, как здорово. Аарон Ван Бисака во всей своей красе. Заброс на Эрлинга Холланда. Посмотрите, как он летит. Холланд. Рэшфорд. Что творит Лену? Это безумие какое-то. Голкиперское безумие. Холланд. Посмотрите, сам упал футболиста Холланда. Ой, как? Я не знаю, это еще даже хуже момент. Ну, точнее, лучшее для наших соперников, для нас хуже, когда не забил Пелестри. Роналду на него отдавал в предсезонном турнире. Но здесь это что-то невероятное. Лено на самом деле сейчас выручает не то слово свою команду, потому что если бы пропустили вторую, то было бы, конечно, уже опасно. Сейчас было у наших ворот, а для них было бы прям плачевно, если бы пропустили второй. Вот это матч, вот это динамика. Ух, какая передачка шикарная от Биллингема. Нужно отработать. Биллингем возвращается. Он как бы... Ох, как неприятно было для нашей команды. И отбивается. Манчестер. Юнайтед. Давид Де Хе. Может быть опасно. Томас Пати. Как будто мяч, знаете, слетел с ноги у Томаса. Такая ошибочка была неприятная. Холланд развернулся. Ух, я думал гол. Бил справа, ребят, с нерабочей. Пепе может быть опасно. Люк Шоу с ним. Хорошо Люк отрабатывает в защите. И тут Давид Де Хе. У нас произошла еще одна замена. Бруно Фернандеш у нас сейчас центральный полузащитник. Джейдан Санчо у нас цапник. Мейсон Гринвуд у нас атакующий футболист. И вот хорошая может быть передача вот здесь. Вот отлично, Люк Шоу. Люк Шоу. Холланд. 0-2. Эрлинг Холланд забивает.
Сейчас покажу, ребят. Вот таким образом у нас выглядит расстановка. Санчо цапник, Фернандеш центральный полузащитник, Райс опорник и Мейсон Гринвуд играет слева. Сейчас еще, наверное, у нас произойдут изменения. Телис у нас выйдет. Ну, я думаю, давайте еще выпустим Криштиану Роналду для галочки. Очень здорово Люк Шоу сделал гроссмейстерскую паузу, и Эрлинг Холланд в первом своем официальном матче забивает. Очень хорошая скидка. И, слушайте, ну мы отскакиваем, реально, я скажу, что мы отскакиваем, столько моментов у Арсенала было. И где-то Давидушка выручал нас, вообще что-то невероятно творил, и где-то нам везло. Вот здесь вот Аран Ван Бисака ускоряется. Аран Ван Бисака. Поставить корпус. Хорошо, отработал. Бруно Фернандеш. Санчо. Санчо Джейдан. Еще один удар. Сейчас Бруно Фернандеш. Подача португальца. Санчо не наносит удар. Еще одна подача. Скидка на дальнюю. Удар с лета. И это был Шкриньяр. А что сотворил Роналду-то, а? Вы видели, какую скидочку он сделал. Но если был бы какой-нибудь, я не знаю, даже центральный полузащитник, возможно, закончилось бы все взятием ворот. Еще одна подача тут Роналду. Удар со второго этажа. Все, финальный свисток. Победа красных дьяволов. Отлично. Матч был очень интересный, насыщен на моменты. Ну, не знаю. Каждая команда по 4 могла, если честно, точно отгрузить. 3 по 3-4 мяча. Но Арсеналу немного не везло. Хорошее начало сезона. Начинаем его с трофея. Это не может не радовать. Бруно Фернандеш будет поднимать его над головой. Ребята, посмотрите, действительно была равная игра. По 10-11 ударов в створ. Ну, ожидаемые голы, конечно, Арсенал заслужил 2, так сказать. Ну, а мы наиграли на 6, судя по всему, если верить статистике. Ну что, друзья, на такой потрясающей ноте предлагаю завершать выпуск. У нас 2 потрясающих защитника. Играли хорошо, очень справились. Но у нас есть Магуайр, ребят, и нужно будет решать. Как лучше сделать? К Варану вообще никаких претензий. Этот парень вообще вне прикосновенности. Шкриньяр и Магуайр, они будут меняться. Наверное, кто-то будет играть в чемпионате Англии из них. Пока вот, не знаю, скорее всего, Магуайр. А, к примеру, Шкриньяр будет играть в Лиге Чемпионов. И на всех кубковых матчах будет присутствовать в стартовом составе. То же самое это касается пары полузащитников Чоуамени и Биллингема. Мактомина и Деклана Райса. Но мне кажется, нужно будет хорошенько подумать, кто из них будет играть в регулярном чемпионате, кто будет играть в Лиге Чемпионов. И, ребят, пишите свои варианты в комментариях, я обязательно ознакомлюсь и, конечно же, вместе мы это решим. Всем огромное спасибо за просмотр, всем огромное спасибо за поддержку, за лайки, за комментарии. С вами был Гамбит, всем удачи, до скорого и всем пока-пока.